Приветствую вас. Вообще, мне для начала хочется спросить у вас, как вам помочь вообще? То есть вы какой помощи от психологов хотите? Ни вопроса, ничего вы не даете. То есть, чего вы хотите, Вероника? Ну вот, вы написали свою ситуацию, хорошо. Она у вас, безусловно, непростая, она у вас, безусловно, нелегкая, я понимаю, что вам тяжело. А хотите-то чего? Взять и избавить вас моментально от проблем, которые вас окружают, не получится. Это исключительно ваша ответственность. И если бы мы могли это сделать, я думаю, что мы бы этого делать в любом случае не стали бы. Вот. Ну, потому что, как бы, да? Потому что, как бы, ну а как по-другому? То есть, какой помощи вы хотите? Это первое. Второе. Вот, читаю я ваш текст, да? Значит, мужчина у вас резко поменялся. Резко. Ситуация в вашей жизни так сложилось. Ребенка стало жалко. Хотели, чтобы мужчина помогал вам материально, помог материально, несмотря на то, что ребенок ему не нужен. Под влиянием своих родных вы начинаете ненавидеть его, его родных и самого ребенка. То есть что это? Отсутствие личной ответственности, отсутствие личных границ и неуверенность в себе, которая проявляется во внушаемости. Вам очень легко что-либо внушить. Понимаете? Также я бы отметил очень слабый личностный смысл. Я не согласен с коллегой в том, что для вас личностный смысл является рождением ребенка, да, то есть личностный смысл не может быть рождением ребенка, за редким исключением, вот, в определенных условиях. Только это может быть. А ваш случай не такой. То есть тут у вас не может быть личностного смысла в виде рождения ребенка никак. Вот. Поэтому здесь я с коллегой своим не согласен. Так вот, собственно, эти проблемы, да, эти проблемы я у вас вижу. Эти проблемы нужно решать вам с помощью психолога, на индивидуальных консультациях, через работу. Потому что сейчас вы все время ждете от кого-то помощи. Вы все время ожидаете, что вам помогут. Вы ждете, что вам помогут. Вы считаете, что вам должны помогать. Понимаете? А это не так. То есть люди, конечно, могут вам помочь. Могут люди помочь вам. Вот. Если у них есть такая, например, потребность помочь. Но это их право, скорее. Это скорее право людей, но не обязанность. Понимаете? А у меня вот возникло такое ощущение, что вы именно постоянно ждете, постоянно надеетесь, что вам помогут. То есть прямо рассчитываете на это, от чего у вас, по сути,
и возникает обида. То есть обида возникает именно потому, что вы ждете помощи, а помощь не приходит. И когда помощь не приходит, то вы, соответственно, обижаетесь. Понимаете, какая история? Вот. То есть здесь нужно все-таки брать на себя личную ответственность. Побольше личной ответственности, и если вы что-то делаете, то четкое понимание для чего, да? То есть если вы, например, приняли на себя ответственность за ребенка, взяли его, оставили его, да, не отдали как бы в приют, детский дом, вот, то, соответственно, если так, то нужно понимать, что вы это делаете для себя, что другие люди как бы не обязаны вообще принимать ваш выбор и так далее, да, вот. Также непонятно, как вы договаривались со своими родными, когда это все происходило и так далее. То есть тут вот выстраивание коммуникации с людьми тоже Вероника вызывает вопросы. Понимаете? Вот с этими проблемами нужно работать. Понимаете? Вот. Вы не говорите, сколько вы встречались с парнем, но через 2-3 месяца отношения испортились, и он решил разорвать отношения. Да и я была к этому времени уже не рада этим отношениям. А все, значит, отношения испортились, в чем как. Человек вначале был одним, потом резко изменился в негативную сторону. Ну, понимаете, так не бывает, да, чтобы резко. Вот, я узнала, что своей беременности аборт был делать уже поздно, да и жалко, мне стало ребенку. Вот, ну так это ваша ответственность, Иванова, стало жалко, правильно? Это вы же решили. Вот. Всю беременность и после родов он не принимал никакого участия в нашей жизни. А должен был, если вы знакомы были, как я понял, 2-3 месяца. Узнав о своей беременности, я сообщил ему, был рад, встретился 2 раза, последний раз я увидел, что ему не очень-то и нужен, ему ребенок. Ну, это его выбор. Алименты главное. Вы можете получить алименты от него, если пройдете в суд. После этого пропало, не звонил, только не отвечал. Но опять же, не должен, да, то есть тут дело решается исключительно только через суд. А вы, Вероника, чего ждали? Дальше. Брал трубку только на звонки другого номера, но перед родами так и не встретился со мной. Хотел, чтобы он мог помочь как-то материально перед родами. Чего? Почему? Да с какой стати? Вы вот ожидали, что он поможет вам. Вместо этого подставил меня, отдал трубку своей бывшей жене. Так, почитайте вот в интернете, да, поищите треугольник Карпмана. Вот, там просто изучите его. Так, она мне посоветовала сделать аборт, что ему дети не нужны, брат сказал, что не сможет со мной прийти, все, обида на него стала еще сильнее, а изучил обиды-то на что? После родов я все забыла, ребенка люблю. Вот заметьте, вы пишете, ребенка люблю. В настоящем времени, вы в настоящее время любите ребенка. А затем дома меня стали попрекать косвенно, зачем я рожала от такого, если знала, что у него есть уже дети. Тут стоит вопрос о том, насколько между вами и вашими родными контакт настроен. Опять же, как вы себе представляли, да, когда оставляли ребенка, подготовили ли вы своих родных, или что-то еще, объяснили вы им позицию, согласовали вы это с ними, или как, понимаете, то есть такое ощущение, что вот все у вас происходит как-то спонтанно, без контроля вашего, без участия, вот. Дома помогаю, работаю, встаю от ребенка. Но тут нужно ограничить свои усилия, опять же. Чтобы не на износ, не на износ. А родные раздражаются на плач, капризы ребенка помогают, но морально травят, морально не поддерживают. А должны поддерживать морально. Вот опять же, да, вы считаете, что они должны вас морально поддержать, но это ваша ответственность была. Оставят ребенка. И вы его любите? Правда ведь? Дальше, что касается моральной травли, то это вопрос, опять же, уверенности в себе и коммуникации с ними. То есть коммуникации и взаимодействие с людьми можно вас научить.
А я стал не хотя этого ненавидеть своего ребенка. Нет, вы не могли ненавидеть своего ребенка, не хотя этого. Вы, возможно, хотели ненавидеть, просто вам сейчас разрешают ваши родные это делать. Желает ему плохого, в голове постоянно возникают черные мысли, морально устала очень, сгорела нервная система, пью успокаивающе очень часто, происходит это 2-3 месяца, ничего не могу с собой поделать. А ничего не могу с собой поделать, чтобы что? То есть если вы жалуетесь, опять же. Ненавижу его и его родственников, которые тоже знают, что у меня ребенок, ничего не помогает, просто молча. А должны? Вы с ними дайте помощи от всех. Знаете? Помогите мне, пожалуйста, Ваня, спасибо. Как помочь? Обидно на него не проходит. Обидно на что? Да чем вообще ожидание-то продиктовано? Знаете? Стараюсь его простить и забыть, но не могу. Так как тяжело быть одинокой мамой. Так вы сами на это согласились, вы сами сказали, что вам жалко ребенку. Как бы противоречие. Хотя знаю, что он ничего хорошего моему ребенку мне не дал. Моему ребенку не дал бы. Нахожусь в депрессии. Ну, депрессия, если у вас действительно есть депрессия, то это болезнь. И ее нужно лечить. И лечить ее нужно как можно скорее, потому что для ребенка это будет очень-очень негативное влияние, если вы депрессия. Вот, поэтому для начала обратитесь к врачу, вот, чтобы он вас продиагностировал депрессию, вот, ну, наличие или отсутствие депрессии, назначил вам лечение, в том числе и как психотерапевтическое, так и медикаментозное. Вот, и, соответственно, уже будете проходить лечение. Если депрессии нет, то, соответственно, к психологу на индивидуальной консультации за помощью, поддержкой, обретение себя и так далее. Вот. Соответственно, обращаться к тем людям, которые занимаются этим профессионально. Вот так. Вот такие проблемы я вижу у вас, понимаете, Вероника. А как бы помочь вам, ну как, вот как мой коллега, да, сказать вам какие-то поддерживающие слова, ну я не знаю, можно было бы, конечно, ну а дальше что? Ну вы будете их перечитывать, эти слова, или как, или что, знаете, Вероника, то есть, как бы, вы для себя решите, опять же, что вы хотите. И тогда можно будет помочь. А пока вы не решили, что можно сделать. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!